Всем привет, дорогие друзья, с вами Серж. И сегодня вы увидите мою реакцию на клип Каста. Прошел через официальное видео. Это видео находится на 6-м месте на вкладке в тренде. Поехали. Нормально все. Начинается. Хоть ты малой еще, но это твой финальный пункт. Пусть я чудовище, и я тебя бросаю тут. Ты мне не культ, от моей жизни брал ты пульт. И я брошу тебя в глуши, ты обо мне забудь. Я с твоей помощью утратил все, чего достиг. Ты словно оползень тянул меня под лопасти. Кончай, малец, каприз, это конец игры. Во-первых, теперь не будет больше, во-вторых. Прощай, сумбур, и я готов на эту жертву. Все будет по уму, расставлю все по этажеркам. Дикий настрой мой мгновенно испарился. Я приручил огонь, не ем больше сырым все. Это мой зрелый пик и твой тупик. Пора между нами веревочный мост перерубить. И наших беззаботных времен мне не жаль. Ты мне не нужен, непутевый ребенок, прощай. Вот я и прошел через. Вот я и сказал про. Вот оно и пропелось. Вот оно и прошло. Вот я и прошел через. Вот я и сказал про. Вот оно и пропелось. Вот оно и прошло. В принципе, голос такой приятный, на мой взгляд. FIFA на PlayStation или футбольный мячик. О чем на самом деле мечтает маленький мальчик? Мама не знает, мама сама как дитя. Мама не злая, маме попросту не до тебя. Nike или Bosco, как выглядеть броско? Что же на самом деле тревожит подростка? Мама не знает, мама всегда занята допоздна. Мама не злая, ей просто незачем все это знать. Первый прокол в отношениях, камень на шее. Что же на самом деле нужно этому юноше? Мама не знает, ее не интересует вообще. Мама не злая, у мамы нет свободных ушей. Дом, семья и машины, я на вершине. Но что на самом деле нужно мужчине? Мама не знает, мама не скажет, сыну горжусь. Мама не злая, да и я, мама, зла. Да уже дело про маму прошло. Точнее, про маму. Ну да, про маму пошла, не зашла же она. Не держу. Вот я и прошел через. Вот я и сказал про. Все крушит. Вот оно и пропелось. Все трескается. Вот оно рушит. И прошло. Вот я и прошел через. Вот я и сказал про. Вот оно и пропелось. Вот оно и прошло. Не смешно. Кстати, пишите в комментариях, как мне записывать реакции. Без монтажа или с монтажом? Я думаю, без монтажа как-то. Так интересно, наверное. Напишите в комментариях, как лучше. Но теперь никому, как я бормочу и хмурюсь, не оценит никто моих шуток, заявок. Да, хотя это реакция же, наверное, надо без монтажа как бы. То есть я включил первый раз, вижу этот клип и записываю. Просто до этого я сначала присматривал видос, а потом записывал реакцию. Но это уже не реакция, я его видел как бы. А сейчас я записываю так, что смотрю это видео в первый раз. То есть это моя первая реакция. На мудрость, не для кого быть исключительным. Буду обычным, прикинусь просто жителем, про все забывшим. Ей не нравится La La Land, но он нет Ленин. Качал на кинопоиске лишь 7 и 9. Осталось 2 и 1, мы уже в поиске и делим. Расстались 2, те, что были одним целым. С мыслей содрало листву, заботы и тепла. Ветви голые в шкафу, пустые вишала. Шалаш, из которого выдал спозняк край. Бутафория, хотя строили вроде как храм. Куплю вина, но выброшу с огорчением. Вино призраков прошлого оживит. Зачем мне? Я железо, на мне дождевик, я кочевник. Ну чё, вольно МС подотвык, с возвращением. Прикольный эффект был. Вот я и прошел через. Сейчас тоже такие эффекты. Вот я и сказал про. Вот оно и пропелось. Вот оно и прошло. Вот я и прошел через. Вот я и сказал про. Вот оно и пропелось. Ну да, вот оно и прошло.
другие волосатые. Давай играть, папа, давай играть. Глухая белая дверь, папа, давай играть. Папа работает там, папе нельзя мешать. Но я скулю в дверную щель, папа, давай играть. Дверь в комнату отца открыта. Я скулю. Теперь иголка будет шить без ниток. Зеркала завешены, нельзя смотреться. Я возвращаюсь в детскую, там больше нет детства. Я ждал его все лето с работы к пяти. Странно это ждать того, кто не сможет прийти. Интересно, наблюдал ли он за мной с небес. Как я завидовал соседу, у него есть отец. Алло, дочурка, да, приземлился, слышно? Везет тебе. Ну, это такой клип семейный. Про ребенка, про отца. Душевно, душевно. Тебе, у тебя есть отец, малышка. Я на пару дней всего, знаю тебе в школу. Давай-ка весело прогуляем ее, что ли. Ох ты, вообще там, зашибись эффект. Пробили стену насквозь. Ух ты, фига фоточка. Там просто Самара... Где-то Иркутск был. А, дофига где. А, это презентация нового альбома. То есть он там будет выступать, да? Надо билеты. Это его официальный сайт, похоже, да? Ну все, мы посмотрели клип. Я думаю, вам все понравилось. Мне тоже все понравилось. Мы же все-таки смотрим тренды. Да, тренды Ютуба. Каста. Ну да, это его официальный канал. Ну. Почему появляется? 418 тысяч подписчиков у него. Не знаю, мне такой клип понравился, как бы можно послушать. Да, сейчас скрывает от вас. Пишите комментарии под этим видео, друзья. Ставьте лайк. Делайте репост этого видео. А также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Колокольчик. Вот этот я имею в виду. Оп. Нажали все видео. Оп, все, колокольчик включен. Основное предпочтение не надо ставить. Именно все надо включить, все. Я, короче, отпишусь. А вы подпишитесь. С вами был Серж. До новых встреч.